Сейчас мы получили HS-концентрат одного из уральских золоторудных объектов, на который мы сейчас будем анализировать с помощью нашего программного обеспечения Minai. Сейчас мы запускаем наш Minai. То есть сейчас в области видимости одно зерно, это золото, которое определено с вероятностью 83%. С помощью Minai, который мы определили, что у нас тут есть золото, мы отберем все возможные золотины. Брали золото, сейчас поставим, чтобы посчитать общее количество и получить площадные характеристики. То есть сейчас на основном главном меню приложения Minai у нас есть возможность выбирать вероятность, accuracy, brightness – это у нас яркость, и sharpness – это контрастность. То есть сейчас мы можем в любой момент эти ползунки подвигать и выбрать то, что нам наиболее будет необходимо. Так, можно паузу нажать. Можно. И чтобы сейчас нам посчитать количество и общую площадь золота, которая у нас под камерой находится, мы нажимаем «Посчитать размер и количество объектов» и получаем результат, в котором у нас посчитано количество и общая площадь зерен.